Продолжаем приключения голодранцев зимой. Света начинает заболевать. Она не болела? Слегка больна. А, ну, в плане она выздоравливает. Мы совсем опустились, начали красть у других несчастных, чтобы выжить. Да ты угораешь. Так. Голден. Мэрин мог погибнуть. Трезвенник. Вот, Голден печален. Слушай, ну он такой крепкий дядька. Голден всего лишь. Голодна, печальная, так все на кухню. Все на кухню. Голодна, печальная. Ну все, у тебя рана прошла-то, да? Скатит туда рога одним взглядом меньше. Так, опечален. Просто опечален и все. Ну-ка присядь. Мне удалось убить бандитов и вернуться живьем. Это было крайне опасно. Печален, устал. Иди в самый дальний конец, поспи. Ну ладно. Без какой провизии, я тебя умоляю. Так, слегка больна под лекарствами, печально, устала. Иди спать. Голодна, печально. Есть. Просто опечалено. Тут постой. Так, два опечаленных. Что у нас тут? Нормально, никто не ранен, да? Слегка больна. Печален, 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 устал. Ну, давай подождем, пока он проснется. Так, Мэрин проснулся. Можно идти за работу. Так, я хотел проапгрейдить плитку. Да, для этого все есть. Что, кстати, пишут там? У нас только один стул. У нас и кровать, и мы спим в нормальных слоях. Если кто не заболеет положение, не будет где отдохнуть. Не сделали радиоприемник, нам нравится его слушать. Нам очень не хватает книг. Хорошая книга помогла ему нам забыть его ужасы войны. Здесь я могу отвлечься. Нам не хватает кофе. Мы заделали все проблемы с тренажером. Если нас заставим спящим, мы можем отбиться от небольших банд мародеров. Окей. Еды по-прежнему не хватает. Три консервы только осталось. Так, хорошо. Что нам надо, чтобы улучшить вот этот верстачок? Да хрена всего. Электронные компоненты 1. 8. Одну штучку надо. 3 электронных, одну эту. 16 дерева. Да, печаль печальная. Так, а я могу сделать гитару эту гребаную? Нет, 8. 8 дерева надо на гитару, обалдеть. Да, я хоть фильтр сделаю. Ты иди снега. Снега мне не надо. Давай просто воды сделай. На будущее. Топлива нет. Что ты будешь делать? Топлива нечего делать. Опечален. Ладно, завершаем день. Опечален, 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 опечален. Слегка больна под лекарствами. Спать. Значит, ты у нас спи, потому что ты будешь. Ты охраняй, ты добывай. Итак, я был в разрушенной вилле, 57%. Там, в принципе, оружие только осталось, материалы, запчасти, гараж. Ну, это на обмен, если только. Многоэтажка, немножко еды, супермаркет. Ну все, пора.
Огромное количество еды, огромное количество материалов, много лекарств, огромное количество оружия, огромное количество запчастей, опасность, твоя площадка. Там, насколько я помню, снайперка. Готов ли я туда пойти? Так вот. Короче, нам надо разгребсти все нафиг. Вот в таком вот сетапе, блин. Вот так. Буду шмалять как больной. Все растащить, короче, а потом уже ходить туда. Так сказать. Увековиривать все. Рюкзак. Так, на мне каска, на мне броник. У меня есть автомат 40 патронов. Короче, на войну. Пошли. Долбит тварюка. Так, тихонько пошли. Здесь я не пройду. Значит, так идем по-любому. Вариантов-то нету. Так. Смотрим. Чё там? Бля. Кто там? Я там. Да, иди проверь. Че, вы дальше пойдете, что ли? Клятые крысы. Так, они наверх пошли. Где эта гадина? Иди сюда, родной. Вот так вот. Что у нас тут? Вот она, снайперка и патрончики. Так, ну, собственно, давай сбросим пока броник. В принципе, мне главное еду достать, а там наверху должна быть, по идее. Так. Снайперка. Эту штуку бросим. Так. Все. Окей. Невозобновляемых ресурсов больше тут нет. И автомат один еще оставлю. Все, пошли теперь лутать, лутать. Что у нас тут? Так, здесь что?
Винтик. Не то, что я ожидал. А где еда? Понятно. Мне еда нужна. Это, конечно, тоже клево, но немножко не то. Мне нужны консервы, минимум 4 штуки. О, блин, только сказал. Так. Раз, два, три. О, зараза. Так вот. Все, теперь, значит, ничего больше не смотрим, ищем. Ищем, что отпилить надо или взломать. Там отпилить, по-моему, внизу надо было, но не факт, там затоплено может быть сейчас. Что у нас тут? На паузе читайте, если что. Так. Че, из дропилки брал, что ли? Хорошо. А, походу, тут затоплено. Зараза. В следующий раз будет растоплено. И нужно будет пила, как минимум одна. Ладно. Еду, главное, взял.